Добрый день, вернее, добрый вечер, друзья, гости, подписчики канала. Смотрите, как япошка пыжится. Арбузы попер. Тыкву. Сейчас покажу. Смотрите, по дисковке телегу попер, малыш. Попер. Нормально. А что наши? А наши вот, а наши остатки. Сейчас нарвем он. Андрюха, привет всем машет. А мы рвем падалищные бурячки. Вот здесь тыква была. Падалищные бурячки рвем. Коровочки хрюшечком. Сейчас нарвем и будем ехать. Вот так вот показали вам япошку в деле. Гляньте, какой след отпечатывает по мягкому. Без пробуксовочки, ну порядка тонны. И пух-пух-пух и погнал. Все, полетели наши. Вот она, падалищная свекла подходила. Вот когда садишь, она не выращивает. А когда падалищная, гляньте ее сколько зеленая. Это все свекла. Ну, мы его сейчас будем рвать корове нашей, нашему хозяйству. Андрюха, все, а то Андрюха работает, а я сижу. Все, я помогу, и мы едем. Вот так вот, друзья, у нас происходит уборка тыквы и всего остального.